Троллейбусы маршрутов номер 3 и 3А изменили расписание движения. Нововведение в привычный режим работы этого транспорта внес пожар на электроподстанции ВАЭС. С 7 до 9 утра и с 4 до 7 дня движение троллейбусов осуществляется до ВАЭЗа. В остальные часы они следуют до остановки поселок Шлюзы. Такой режим движения на троллейбусных маршрутах сохранится до восстановления электроснабжения.